канала. Это относительно короткое видео будет о раскопках древнего Парфенона, которые проводились там в 1800 каком-то там конце там или середина. Ну, скорее всего, что там было несколько раскопок в разные периоды. И реставрация даже производится по сей день. Значит, чем он примечателен, это то, что он был задолго до, ну, не сам храм, разумеется, а сам холм, на котором он стоит, он был задолго до появления, как говорится, эллинской цивилизации, там жили какие-то местные племена. Холм этот использовался как оборонительное сооружение, скорее всего, что во времена там мезолита и неолита. Потом туда прибыли греки, перемешались с местным населением. Там другие говорят, что греки там всегда там были, там тайна покрытая мраком, никто толком ничего не знает. Ну, не суть важна, не об этом речь, как говорится, а речь об этом Парфеноне. Значит, Парфенон, он храм для богини Афины, это местное божество самих Афин. Расположен он на высоком холме, где местное население спасалось во время набегов. По-моему, один раз горел. Был захвачен перцами примерно в 480-479 году до нашей эры. Все греки отступили, по-моему, на остров Салами. Я не помню. Говорю по памяти, я в Википедию не заглядываю. Во время нашествия Ксеркса греки решили оставить Афину, у них не было сил для обороны. Но Парфенон остались защищать несколько тысяч греческих там таких религиозных фанатиков и добровольцев, ну, таких местных патриотов. Дрались до последнего, обороняли Парфенон до последнего, и все пали в бою. По крайней мере, холм, не сам Парфенон, сам холм этот. Там такая крепость была. Все это было разрушено, греки потом отстроили. И чем мне интересно это место, что там под этим храмом гигантская такая каменная платформа с таких достаточно крупных каменных блоков. Конечно, не таких, как Бальбеки, не такие, как под стеной плача в Иерусалиме, такие гигантские, но тоже достаточно крупные каменные блоки весом, я не знаю, наверное, там по нескольку тонн каждый, а их там десятки и сотни тысяч этих блоков. Все остальное увидите в видео, я покажу, к сожалению, все, что смог найти. Очень немного фото раскопок оттуда, но такие интересные, уникальные фотографии. По-моему, я еще нигде их ранее не публиковал. Именно раскопки самого Парфенона. Также в Парфеноне, чем он еще примечателен, там есть так называемые кнопсы, выступы на каменных блоках, и так называемые кламс, по-моему. Это такие медные, бронзовые, иногда железные скрепления каменных блоков. Более подробно смотрите видео, еще английским текстом я продиктую информацию об этом Парфеноне. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Видео выходит редко, потому что у нас нет света. Если он есть, то тоже там такими непонятными перебоями. Третий год войны, делаю все, что могу. Спасибо еще раз для всех, кто помогает для моего YouTube-канала. Excavating the foundations of the Parthenon.
the Acropolis of Athens, a monumental symbol of Greek heritage, has stood the test of time and conflict. Its most iconic structure, the Parthenon, has experienced both glory and devastation through the centuries. This monumental undertaking revealed not only the foundation of the Parthenon, but also a near shed significant artifacts that provide invaluable insights into the ancient Greek civilization. In the early 19th century, Greece fought for independence from the centuries of Ottoman rule. During the Greek War of Independence, the Acropolis became the battleground. The Turkish army, in the desperate bid for resources, dismantled parts of the Parthenon, removed hundreds of marble blocks, and repurposing lead-coated iron clamps to make bullets. This destruction added to the historical lies that the excavation would later uncover. The great excavation of Acropolis was a massive endeavor that revealed even the largest archaeological projects of the time. Thousands of square meters were excavated to various depths, with the rear south of the Parthenon reaching depths over the 15 meters. This extensive digging revealed the natural rock veneers, providing a comprehensive understanding of the site's ancient topography. The meticulous work carried out during this period stands out not only for its scale but also for consistency in methodology and the wealth of artifacts uncovered. The excavation uncovered almost all known works of sculpture and architectural fragments from the archaic temples and other early buildings of the Acropolis. This included marble cores, female statues, inscribed vases, copper and clay items, and memorial classical sculptures. Among the most significant discoveries was the evidence of an earlier structure known as the Older Parthenon or the Pre-Parthenon. The formation of the current Parthenon are in many places much older than the temple itself. To the east of Parthenon, a gigantic podium extends about 5 meters beyond the line of the first marble steps, indicating an older construction phase. Historical records suggest that the older Parthenon was under construction when the Persian Empire attacked Athens, leading to the destruction of the Acropolis. However, the theory is still a matter of debate among the scholars. The excavation confirmed that much of the fill above the natural rock, known as the Persian debris, dated back to the aftermath of the destruction, offering a clear stratigraphic record of the site
turbulent history. One of the most remarkable discoveries was the Pit of the Maidens near the northwest of Erechtheion in the presence of the King Georg I and the other dignitaries. The pit contained 14 broken statues of marble coroi, fragments of inscriptions and other artifacts, including the triasure of Athenian silver coins. These finds were linked to the cleanup of the Acropolis following its destruction by the Persians. The artifacts recovering from the Persian debris provide crucial information about the destruction and subsequent reconstruction of Athens. The finds from the great excavation significantly advanced the field of Greek archaeology, offering a detailed glimpse into the architectural and artistic practices of ancient Athens. The great excavations of the Acropolis, documented extensively by the German Archaeological Institute in Athens, remains a cornerstone of archaeological research in Greece. The scale and significance of the work conducted by Kavadias and Kalerao are evident in the wealth of artifacts and structural insights they uncovered. Their efforts have provided foundation for understanding the ancient history of Athens and ancient and the reliance of its people.
As we reflect on the discoveries made during this pivotal excavation, we are reminded of the enduring legacy of the Parthenon and Acropolis. This monumental continue to inspire awe and admiration, standing as restatement to the rich cultural heritage and historical depth of Greece. The excavation not only brought to light the ancient secret buried beneath the Acropolis, but also reaffirmed the importance of preserving and studying our shared human history. Thanks for everyone who helped for channel in year 2024. Thanks for everyone who helps for my YouTube channel. Thanks for everyone people who helps for my YouTube channel. Thank you for watching this video.